Как же красиво. Отец разбил эти сады как символ любви к своему народу. Когда-то таким было все королевство. Попробуй использовать эти рычаги. Если я попаду на ту сторону, я смогу попытаться открыть дверь. Не мог бы ты двигаться немного быстрее? Можешь спуститься и сама попробовать. Надо же, 7 лет, а ничего не изменилось. 7 лет? О чем ты говоришь? Это фигура речи. В тебе есть что-то очень странное. Она даже не догадывается. А, мы продвигаемся к цели. Кажется, я вижу в той башне колокол. Если я попаду на следующий балкон, я смогу снять с него веревку, а ты используешь ее для того, чтобы добраться до переключателя. С моим-то везением он, наверное, приведет в действие ловушку. Или вызовет песчаных монстров. А может, и конец света. Скажи, а от оптимизма тебе становится дурно? Опыт показывает, что радостные надежды ведут к разочарованию. Видишь? У тебя получилось. У нас получилось. Там страдают люди. Надо им помочь. У нас нет времени, принц. Позже ты сможешь помочь, кому хочешь. Иди, Фара, помоги раненым. Встретимся, когда я расправлюсь с визирем. Принц и Фара разделились.
Она стремилась спасать жизнь, он отнимать их. Принц хотел выступить против врага, склонив на свою сторону могучих воинов, закрывшихся в храме. Его разум рисовал картины кровавой мести. Но проснулось в нем и что-то новое. Где-то глубоко оставались мысли о Фаре. Он задавался вопросом, вспоминает ли она его. Захватить город — это одно, но сделать это с такой безжалостной жестокостью — совсем другое. Я верну тебе каждый удар, что ты нанес моему царству! Мы близко, принц. Очень близко. Заставим его страдать! Последние защитники Вавилона пали. Эти люди верно служили моей семье. После их гибели город оказался в руках визиря. Очень-то по нраву свет. Каждый раз, когда я до него добираюсь, он ускользает. Почему бы ему не принять бой? Это бы сильно облегчило мне жизнь. Не думай только о бое, принц. Некоторые битвы выигрываются иначе, другими способами.
Боюсь, мы недооценили нашего противника. Не стоит повторять эту ошибку. Ugh.